Доброго времени суток, друзья! Продолжаем с вами играть в третью эпоху за королевство Арнор. Ну и у нас довольно-таки много здесь всего интересного случилось. В первую очередь я, друзья, сдал Норию, поскольку, ну, не было моих уже сил сражаться с противником, который ко мне все шел и шел, шел и шел. Я сдался на третьем мордорском стеке. Плюс к ним подходило еще два стека. С одной стороны Харад, с другой стороны рун полные. Но я на это дело посмотрел и решил, что нет, либо мне придется убить весь свой стек, либо же сдать морю. Я выбрал второй вариант. Да, ну еще и получилось так, что у меня подкреп таки не успевал дойти. Один ход не хватало. И у меня получилось, что армия позади моря, сама море в осаде. Но осаждающих войска с этой стороны. А мое войско с этой стороны. И добраться до них не могу через город. Это вообще, конечно, сказочная сказка. Но вот... Оно, в принципе, и к лучшему, что так получилось. Сдал я морю. Силы зла возликовали, что смогли ее взять. Да. Ну, недолго длилось их счастье. Они свои войска после взятия увели. Я их тут же осадил. Вот теперь осада будет у меня длиться 10 ходов. Ну что же, подождем. Стеки мои объединились. Теперь у меня тут нормально так все. И рыцарь имеется, конница имеется, и мы им еще вжарим этим гадом. Как-то так. Так, далее. Мой второй стек, точнее первый, под руководством Арагорна. Как видите, тоже объединился с подкрепом, посланным из Изенгарда. Сейчас я их вместе веду, собственно, сам Изенгард. Планирую я здесь что-нибудь подремонтировать, подкрутить. Возможно, некоторые отряды мы заменим. Вот, допустим, разбойников можно распустить. 9-6. Не совсем то, что мне хотелось бы. И вместо них возьму, допустим, рыцаря Арнора. 8-18 конницу. Ну, или простые какие-нибудь отряды. Посильнее, одним словом. И пойдет у нас этот стек, друзья, выбивать из Идураса и Дунхароу мордорские войска. Без нас здесь, по-видимому, ну, совсем никак. Роханцы вроде наступают, вроде расклашматили уже приличное количество войск противника, но вот никак у них не получается взять сами города, что-то им мешает. Но придется нам пойти и помочь. Больше некому, друзьям. Мы вообще очень много сил на себя оттянули, много сил противника разбили благодаря этому нашествию на море. Хоть у нас она и закончилась неудачей, но я считаю, что мы очень сильно помогли, в первую очередь, нашим союзникам. У меня тут возле Дейла с гномами стоял дипломат. Боже мой, где я это смотрел-то? Да, вот. Где-то здесь же смотрел, нет? Боже мой, где? Где? Скажите мне, где? Нет, это не здесь. Значит, где-то здесь должно быть. Ну что такое? Боже мой, ребят, я потерялся. Вот. Во. Вот здесь. Вижу по накоплению сил. Побольше стало у них войск. По-видимому, рун ослабил свое давление на них. Посылал стеки на меня. За счет чего они вроде как живут. Не знаю, выживут ли Дейл с гномами или нет. Но у гномов, по крайней мере, есть запасной плацдарм, да. На самом западе карты. А вот Дейл, я не знаю. По идее, можно как сделать? Можно... Да, наверное, так сейчас и сделаем. Я хотел город, который в этой серии мы будем штурмовать, отдать лесным эльфам. Но я его, наверное, отдам как раз Дейлу, чтобы у них тоже был запасной плацдарм. Если их здесь окончательно вынесут, чтобы они могли на ПМЖ переехать на другое место. Ну и сегодня что будем делать? А, еще не рассказал одну весть. Не то, что весть, прикол, такой небольшой прикол. У меня, когда Морию захватили, у меня в этот ход, ну, перед этим ходом, орки-то на свой ход его захватывали, Морию. Перед этим ходом у меня было 1300.
денег 1300. И по предварительному бюджету мне должно было зайти 300 монет плюсом. Вот. Море взяли, но я думаю, сейчас у меня как бы 1300 еще спишется. Доход море 1300 был. Вот. Я думаю, сейчас вообще в минус уйду через ход. Вместо этого я получаю почти 10 тысяч золота. У меня там 9 тысяч с копейками на следующий ход. Как? Откуда? Почему? Вот тоже очень удивляюсь. Я до сих пор трачу эти деньги. У меня там доход вроде как есть какой-то. Ну, сами видите, прибыль одна монета. Это жесть по деньгам, конечно. Я в ужасе. Но, по крайней мере, я теперь могу спокойно содержать 3 стека. 3 стека, хоть что-то. Ну и давайте, сегодня у нас будет захват города Разгабел. И, возможно, сразимся вот с этой армией. Не знаю, что это за ребята такие, но попробуем, попробуем. Так, ну вперед, вперед на город. Здесь у нас, как видите, 15 к 4. Наверное, даже смысла нету драться там. Заходить в ручной бой. Смысла-то нету. Разгабыл деревушка стандартная, никаких архитектурных изысков там нету. Поэтому давайте с автобоем. 200 человек потерял. 200! 200 человек, друзья. 200! Не. Я не готов к таким потерям. Так что, друзья, архитектурными изысками, по всей видимости. Потому что по-другому, но я не вижу вариант. 200 человек, да вы чё? С ума сошли, там гарнизон эти как раз 200 человек. Один к одному, что ли, сыграли? Ну, это бред. Пошли. Я вас стрелами, лучниками перебью всех засранцев. Надо же. Нету совести компьютера, но вот вообще. Тамис прошлого года, Арагорн, предводитель Дунаданов Севера. Прекрасно, прекрасно. Так, ну вот он этот. Деревушка, в которой ни хрена нет. Будущая деревушка Дейла. Так, здесь, значит, вы сюда. Вы сюда. Ты, соответственно, сюда. Отлично. Так, далее. Берем лукарей. А у меня, по идее, почти все дальнобойные. Не, наверное, всех не будем брать. Давайте вот этих двух возьмем. Два отряда. Еще два отряда с другой стороны кинем. Вот. Отлично. Здесь три отряда охраны полководца. Пускай будут. С другой стороны. Пускай будет два отряда простой конницы. Ну а здесь пускай вся пехота остается. А вы кто? Не заметил вас. Ну можно, в принципе, по отряду еще раскидать. Там куда-нибудь у вас сюда. Вас сюда. Все, поехали, поехали. Так, в первую очередь лукари, 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 лукари. Давай. Значит, должен сюда вести обстрел. А вы, значит, ребятки, должны как-то вот этих обстреливать, да? Ну и плюс таран, таран, таран. Тоже посылаем вас сюда. Вас, соответственно, сюда. Все, понеслась. Ух, какие, слушайте. Только посмотрите, какой красоты юнит. Еперный театр. Да, такие могли, в принципе, завалить 200 наших ребят. Могли. Надо огонь вот по этим сосредоточить. Не шутя. Ну и что? Будем наслаждаться дождиком и стрел, да еще с разных флангов. Я думаю, это будет здорово.
Куда вы побежали сразу? Не поможет вам это. Чё, в каску получил? Прям врыло стрелы и пофигу. Надо засраться. Ну, я думаю, после того, как 4 отряда лучников потратят все свои стрелы, тут не так много народа останется. Уже 16-17%. Здорово, ну можно, я думаю, ускориться немного. Ну, шикарно, шикарно. Сколько? Четверть уже вырезали. Не потеряв ни единого человека. Потрясно, потрясно. 45, уже почти извиняюсь, половину отправили к Мелькору в гости. Only half the enemy force remains. The battering ram has done its work. Все? Все, вы куда-то побежали? А, ну нашу это, ворот сломали. Ну, окей. Давайте сюда пехотку тогда подведем. Вперед, кстати, надо таран такие. Я же здесь не ломал. Ну, как-то так. 70% вырезали. Этих вообще 30 осталось в руках хаев. Обалдеть. Удачный зал был. Просто шикарно. 20%. 80%. Отлично, не убег. 14. Ой, великолепно как. 9. Кстати, у новых лучников заметьте, насколько много, насколько большой запас стрел. Это меня радует. Ну что, берем, заводим, и здесь нам даже без обойдемся без пехоты, наверное, обойдемся. Так, ну чё, лучники, пострелюшки еще будем устраивать. У школы стрелы-то остались, почему нет? О, пошла. А то чарш устраивать в любом случае кого-нибудь да потеряем. У школы возможность есть. Ты чё ж над орками не поиздеваться-то? Tidings. The enemy general lies dead. Здорово. Командира убили. Сколько? Пятеро осталось. Выживут, интересно, они
до того, как стрелы закончатся у наших, или не выживут? Вот в чем вопрос. Что-то следопыты никак не попадут. Все мимо и мимо. Есть. А, хорошо вошло, но не убило. Но они уже, по идее, должны напоминать подушечку для иголочек. Есть, успокоили. Ну ладно, хорош. Хорош заниматься фигнёю. Где у меня тут конница? Вперед. Я думаю, этих отрядов хватит, чтобы добить супостата. Есть, потерял одного. Ну и все. Все, друзья. Вот как разница. 200 или 1, да? Разница есть. Ну хорошо, взяли город. Сейчас мы, чтобы они не расстраивались. Мы, кстати, каждый раз, уничтожая стек руна, получали повышение отношения от Дейла. Радуются они больно сильно. Так, может, что снесем в этом разгобеле? Victory! Конечно, грабим. Это само собой. Темница. Темница. Я даже не знаю, ребят. Вот это нам надо снести, чтобы Дейл не баловался. Баллисты, хрен бы с ними. Хотя они дорогие. Давай тоже снесем. Дом вождя. Да, ну это, в принципе, можно оставить все. Чтобы Дейл с голой жопы не остался туда. Так, значит, выбираемся из города. Разгабел. О, кстати, наемников можно взять. А почему нет? Мы денежкой озаботились. У нас теперь снова 10 тысяч. Можем себе это позволить. Ну и давайте перетрем с Дейлом. Yes, my lord. Approaching is good to see you, так. My friend. How can we help? Сдать область. Разгабел. Держи. Так, ну, право прохода. Карту. Казна у них пустая. Требовать. В принципе, наверное, с них смысла никакого нету что-либо. Ну вот как-то вот так. Радостное согласие, отношения великолепные. Все. Они оценили. Они оценили. У них тут сразу небольшой такой гарнизон. Биарнинги какие-то вон, 5 штук. Ну, нехай, нехай. Ну и давайте еще сразимся с этим стеком вражеским. Ох ты ж. Тут нехило, так войск 1800. Причем войска серьезные. Два отряда лукарей у них, правда. Один с золотыми лычками какой-то. Коцанный больно. Ну, у них, в принципе, довольно-таки много коцанных отрядов. Раз, два, три, четыре. Может, они его взяли с какого-то стека, с которым мы сражались. А может быть, и не мы, может, эльфы ли знаем. Что-то знает. Ну, и более-менее целых у них тоже ей хватает. Стража Марамонна. Это, слушай, 9-13. Ну, такое. Мясо-то жесткое, друзья. Мясо жесткое.
Ну давайте сражаться. Иначе этот стек сейчас этот город возьмет нафиг. Понеслась. Кто, если не мы, правильно? Кто из два отряда еще подходить? Я думаю, да нам помогут. После сегодняшней битвы. Так, ну что, местность у нас, в принципе, весьма-весьма неплохая, да? Конница, 4 отряда с генералами, пускай будут на одном фланге, и, соответственно, 2 отряда других будут на другом фланге. Тяжелая конница. Тяжелая. Хорошо, что у орков нет конницы. Ёперно. Если у них была бы нормальная конница, была бы жопа. Ну и радует, что хотя бы мы этих мудобатцев уже давным-давно истребили, и у противника нету, к примеру, тех же самых варгов. Так, лучники, лучники, лучники. Ну где-то они вот здесь должны встать. Поверх голов противника, противника, нашей пехоты. Слушайте, вот эти лучники вообще шикарны, на мой взгляд. Жалко, у меня во всех стеках старых лучников хватает. Ладно, у нас тут пикинеры имеются, даже ополченцы. Копейщики. Ну, давайте копейщика вытянем на длину лучников, как-то так. Да, именно так. Далее, значит, вот эту хрень воткнем куда-нибудь сюда для усиления. Здесь, значит, мы на флангах разместим тяжелую пехоту. Отлично. А эти два отряда тогда вот здесь вот сверху оставим, они будут сразу забегать на противника. Так, ну что, враг пойдет к нам? Да, враг пошел, значит, можно смело начинать заводить куда-нибудь нашу конницу. Конница сегодня будет тащить, еще раз тащить. Так, лучники уже работают. Это хорошо. Вот это вот конница. Отставить бег. Давай сюда. Сейчас будем уже врываться. Здесь давай тоже чардж. Раньше начнем, раньше закончим. Здесь тоже чардж. Лучники работают. 3% выкосили уже. Это они молодцы. Ну и идет чардж. Давай это, без этого. Отлично. Немножко не самый успешный чардж, прямо скажем, как-то наши не так зашли, прямо скажу вам. Не так они зашли, как я от них ожидал. Так, здесь вроде как немного получше. Отходим. Отходим. И сколько у нас здесь? 12% мы уже оприходовали. Это здорово. Так, вот эти два отряда уходят во фланг. Ах ты же мать! Тупорезанные. Так, чардж. Пехота дошла уже до нас. Так, всех выделил, давай. Чардж. Так, и вот здесь, конечно, ситуация хороша. Один отряд сюда должен идти. Бегом. Конница должна приготовиться к чарджу. Так, здесь что? Здесь какая-то непонятная мутата происходит. Ну-ка, иди-ка сюда. Сейчас мы обойдем их и ударим вот сюда, вот по лучникам.
А то какую-то вы хнюю задумали, непонятную совершенно. Ну и еще плюс за счет того, что у нас они в группе. Они занимаются полной ахинеей. Так. Еперинициатор, сюда бей. Отходите уже все. Так, наших всех облепили. Так, вот сюда чардж мне сделай, пожалуйста. Будь любезен. 38 сражаются. Так, бегут. Давай на тяжелую пехоту. Где у них лучники? Убежали, что ли? Я не пойму. Может быть, может быть. Так, здесь вроде как мы должны их зажать. Хорошенько так зажать. Действительно зажали. Нормально. Хорошо, конница, стройся. Стройся, стройся, стройся. А вы должны за этими идти. Так, эти ребятки. Ох, мать. Бегите отсюда. Все убежали? Все убежали. Хорошо. Так. Вы сюда входите? Вы сюда входите. Так, вы с кем-то там сражаетесь до сих пор, стражи Марамормо. Фиг с ними, сражайтесь. Так, здесь отошли, строимся. Убили вражеского командира Лунуга. Хорошо, у них сейчас моралька должна снизиться. Так, здесь строимся. Здесь отходим, строимся. Лучше нападаем вот сюда. Так, здесь вот эти ребята, атакуем вот эту гадость. Так, построились, вперед чардж. Вы с этими балуетесь. Че, не убегают? Нет, не убегают. Тут все смешалось уже, хрен поймешь. Хорошо, отходим. Тяжкая битва-то, тяжкая. Как я говорил, мяса много, поди его разбей. Ну вошли, вошли, они убегают, хорошо. Так, здесь чардж вот на этих. А, преследуем пока, преследуем. Так, здесь они все еще дерутся. Лучники работают. Ну и, в принципе, я смотрю, основа-то у них уже все, разбегается. Хорошо. Здесь даже ребята пытались убежать наши. Все. Все, ребят, победа. Победа. Это было сложно. Это было сложно. Но мы справились. Лучники, прекратить стрельбу, а то вы сейчас своим же нафигачите. Это было сложно, но мы справились. Хотя пехота, конечно, пострадала у меня писец как. Просто писец. Просто словами не передать одним словом. Да, вот наша конница осталась, застряла, по-видимому. Ну, сами видели, одни алебардисты хреновые. С такими сложно разбираться, конечно. Так, давай-ка вот этим гоняй. Давайте ускоримся. Сколько мы? 38% не шутя потратили. Реально не шутя. Но зато целый стек вырубили. Им сюда бы еще пару отрядов троллей с хорошим командиром.
А еще лучше Назгулом. И этот стек бы он хоть кому бы серьезных проблем доставил бы. Они и так-то сильные были. Так, ну кто тут еще есть? Нет, все. На этом йог. Сейчас вот этих дорежем. Ну вот как-то вот так, друзья. 520 человек мы потеряли. При этом противника убили почти всего. Нам пишут, что это вообще, собственно, героическая победа, а не шутя. Ну вот как-то вот так, друзья. Конные дунаданчики у нас, как всегда, набрались опыта. Так же, как сержанты. Все остальные на голодном пайке. Ну ладно. В свою сторону, к своим берегам уплывать, отгребать. Иначе отгребем реально. Мало ли, еще какой-нибудь появится стек. Казнить, конечно же. Но никто не ушел. Сдох полностью стек. Что у нас тут? Минус отряд. Ну, давайте нажмем на знаменательную кнопочку. И еще минус 2 отряда. Да уж, при этом купеческая охрана, от них почти ничего не осталось. Да и генералам нужно время, чтобы восстановиться. Ну что, давайте тогда возвращаться в поселение гоблинов, как-то так. Два хода нам тут идти. Где-то у меня здесь подкреп должен быть, а где, я не помню. Два отряда, я его в город, что ли, завел? Нет. Не заводил я его в город. И здесь это не то. Ну, допустим, вот один отряд, ладно. Неужели я его просто тупо забыл забрать? Ладно, тогда забираем отсюда вот конницу и еще один отряд сухопутный. Ну и где-то хода 3-4 сюда, потом обратно, и вновь этот стек будет функционален. Я так предполагаю. Да, купеческую охрану совсем уберем, наверное, с нее еще один стек сержанта Фарнора добавим. И все будет пучком. Хорошо, здесь мы с этим разобрались. С морей. Теперь, друзья, серия выйдет следующая, друзья, только через 10 ходов. Когда мы разберемся с морей. Возможно, у нас быстрее наш Арагорн быстрее, возможно, дойдет до... О, боже мой, куда я улетел-то? Быстрее дойдет до Эдораса. В принципе, здесь не так, чтобы далеко-то. Вот он, Изенгард. Тут, считайте, по прямой. Но там единственное, нам еще в Зенгард надо зайти, восстановиться. Так что где-то, ну, ходов 5 точно придется мне пропустить. Ну и мы с вами вновь увидимся. Так что не скучайте, ставьте лайк, пишите комменты. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, удачки вам. И до новых скорых встреч. Пока-пока.